уверенно смотрели их игры. Я уверен, что вы только что внимательно смотрели интервью и услышали, как тепло ребята отзываются о поддержке в этом зале. Давайте прямо сейчас еще раз приветствуем Luminosity! Их соперники. Команда, которая, возможно, по праву считается самой сильной в мире. Они занимают первую строчку рейтинга. Их знает каждый поклонник CS:GO в лицо. Команда, которая может перевернуть ситуацию в любом раунде. Одни из самых лучших в Минск-арене. Команда Fnatic! Все хорошо складывалось для этой команды в групповом этапе, но тем не менее они здесь, на этой сцене, тем не менее они играют в полуфинале, и естественно, каждый из них и вся команда Fnatic еще раз достойна, чтобы мы их встретили и поприветствовали. Fnatic! So, I think right now we have to shake hands before this game. Because it's very nice to shake hands with your opponent before this game was starting. Итак, друзья, команды пожимают руки. До начала игры осталось не так много. Напомню, что это полуфинальная встреча. Решится, кто же будет играть завтра в гранд-финале. Решится, кто же еще на один шаг станет ближе к званию лучшей команды этого турнира. Ну а сейчас еще немного прогнозов от наших аналитиков. И совсем скоро начнем. Оставайтесь с нами. Минск-арена! Да, друзья, тут даже дело не в прогнозах, там ребята сейчас проверят подключение мышек, там сенсу никто ли не поменял, там буквально минута, полторы-две, и матч начнется, и, конечно, мы передадим слово нашим комментаторам. Ребят, ну все-таки первая карта «Мираж», хотелось бы вот действительно узнать все-таки ваше мнение, ставки, мы уже все эти дни давали какие-то прогнозы, и кто победит, с каким счетом, ваше мнение. Все зависит, конечно, от того, за какую сторону какая команда начнет, ну, спрогнозирую 16-12 в пользу Fnatic на «Мираже». Окей, хаос. Вы знаете, игра бразильцев мне очень сильно понравилась. И даже если я все-таки считаю, что Fnatic сильнее, я хочу, чтобы победили бразильцы. И я поставлю на них со счетом 16-13. Я согласен с тобой. Ты знаешь, ты сейчас просто повторил мою мысль, потому что я тоже решил, что Luminosity должны выигрывать 16-13. Однако, там, конечно, все будет зависеть от выбора стороны. И при этом я считаю, что если Luminosity начнут в атаке, то шансов у них будет даже больше, нежели если они вдруг начнут в защите. Это очень сильные пистолетные раунды, это очень агрессивный стиль игры от Fallen со снайперской винтовкой и понимание того, как нужно реализовывать свою команду в атаке. Соответственно, я тоже ставлю на счет 16-13, и тоже в пользу команды Luminosity. Но это не значит, что, опять же, Ленин ставит на то, что команда выиграет матч BO3. Хотя он уже намекал, что... Я не намекал. Я ставлю на то, что команда Luminosity выиграет этот Best of 3. Хорошо, хаос. Вы помните, ребята, как мы смотрели несколько дней назад матч бразильцев против Na'Vi? И хоть мы все болеем за Na'Vi, потому что это все-таки наши ребята, мы их любим сильно, да? Но бразильцы, они показывали очень яркую игру, очень хорошие моменты. Это очень сбалансированная команда, у них хороший и индивидуальный скилл. Да, они знают, как нужно разыгрывать эти все раунды. У них очень хорошая стрельба и очень хорошая тактическая подготовка. Ну, об этом сам Зевс писал после матча, очень похвалил ребят, сказал, что мы тоже попытаемся провести работу над ошибками и ответить уже дальше. Там, ну, наверное, теперь шанс только один, встретиться в финале, но для этого Na'Vi нужно будет обыгрывать Envy, а сейчас команде Luminosity нужно обыгрывать команду Fnatic. Ребят, передаю слово нашим замечательным комментаторам. Этот матч комментирует Кван и Гомер. В общем-то, ребят, вам слово.
Спасибо, Тафа, спасибо, Степан. Здравствуй, Минск! Привет, привет, ребяточки! Наконец-то дождались матча по Counter-Strike. Отдельный привет зрителям в интернете, все, кто смотрит и болеет за любимые команды. Ну и мы вместе с Гомером готовы наслаждаться каточкой. Гомер, как твои ожидания? Я очень жду этого матча. Мне кажется, тут будет нереальная заруба. Бразильцы, которые нас удивляли уже неоднократно против разных топовых коллективов, и они показывали, что они способны тащить. Плюс топ-1 мира Фнати, который тоже показывает невероятнейшую игру. Тут должна быть та еще заруба. И мне кажется, все однозначно не будет. Все три карты мы должны сегодня посмотреть. Да уж, действительно, в плане прогнозов этот чемпионат пока что оправдывает ожидания. То есть фавориты проходят. В матче Na'Vi с X-Team Solomid была жесточайшая заруба на трех картах. Ну и я думаю, оба полуфинала на трех. Ну и гранд-финал будет вообще незабываемым. Можно отдельную страничку киберспортивного учебника будет посвятить гранд-финалу 14 сезона StarLadder I-League. Ну и, конечно же, спасибо нашим зрителям. Просто полный зал второй день. Я прихожу, улыбаюсь, сразу замечательное настроение, хлопушки. Наши просто зрители сегодня потрясающие. Кто-то болеет за Fnatic, кто-то за Luminosity, но в любом случае экшена будет огромное количество. Ну и вот, как подмечали наши аналитики, карта Mirage весьма-весьма именно по стате на хорошем уровне и у бразильцев, и у шведов. То есть там что-то 14-2, 14-4. В принципе, готовы, я думаю, как одни, так и другие. Мы видели уже Мираж от Fnatic не в лучшей форме. Как раз на этом турнире против Question Mark не все так гладко было у шведской пятерки. Возможно, это шанс для бразильцев, которые являются, ну, по мнению большинства, ну, букмекеров, аутсайдерами, зацепиться и еще тащить, тащить и тащить. Ну, Fnatic команда, которая по ходу турнира раскрылась, то есть действительно ребята еще после Нового года где-то отходили, отдыхали, но вот сейчас уже встретились в Минске. Да, начало было не очень, но по ходу турнира уже действительно позавчера демонстрировали звание, ну не сказать, что прям уж название топ-1, но действительно достойнейший результат. И я думаю, вот первый крупный турнир в этом году или вот подтолкнет их выше, или мы наконец-то поговорим о ком-то другом. Потому что если вспоминать рейтинг, там у Fnatic 1000 очков, у второй команды 700. То есть шведам пока нет конкуренции, но StarLadder — это тот чемпионат, напоминаю, где команда NIP, которой был такой невероятный винстрик, впервые проиграла. Так что я думаю, сегодня все возможно, тем более Luminosity — где-то недооцененная команда, но я уверен, у них уже огромная фан-база, и это чувствуется. Действительно, зал поддерживает бразильцев, Фола, невероятные новички команды. И вот карта Mirage, я думаю, станет определяющей. Если втащат бразильцы, Fnatic встрепенутся, я думаю, на второй уже дадут отпор. Ну а вот в противном случае главное не потерять мораль. Знаешь, вот на лан-финале пятишечки, поддержка зала, крики на каждый хедшот — это очень-очень сильно влияет на игроков. Ну вот, друзья, давайте поддержим оба коллектива, оба настроены серьезно и готовы тащить. Покажите. Шуму, шуму, Минская арена! У-ху! Красавчики! Замечательный, потрясающий зал, не устаю его хвалить. Эти хлопушки, ладошки и просто бешеная энергетика, которая переполняет комментаторов, игроков, весь став. Я уверен, аналитики сейчас уже сами слюнкой истекли, когда же начало этого миража. Но мы, скорее всего, начнем очень скоро. Уже настраиваются игроки, запускают КС. Там, может, немножечко проверят, все ли работает, потренируются и готовы уже стартовать. Вот они, игроки на ваших экранах, они уже готовятся удивлять вас, поражать, показывать новые невероятные моменты, новые хайлайтики готовить. И вот новые невероятные чудеса. Розовые наушники, которые, наверное, возможно, станут каким-то новым талисманом. Для игрока команды Fnatic, ну, опять-таки, просто очень-очень яркий парень, который всегда выделялся, я думаю, на протяжении всей своей карьеры, в каком бы коллективе он ни играл, постоянно вот JV такой топчик. Опять-таки, отмечали entry фраги, то есть, я думаю, статистика не очень поменялась, именно его минуса в раундах решают, ну, не сказать, что все, но довольно-довольно многое. Ну, вообще интересно будет посмотреть эту снайперскую дуэль. Fallen против JV. Кто кого, кто окажется мощнее. Мы знаем, что капитан бразильского коллектива очень хорошее имя, он очень классно стреляет с АВП, и это не мешает ему принимать правильные решения в тактике.
Да, ну вот самое главное, чтобы была возможность приобрести эту снайперскую винтовку, потому что мы помним вчера матчи Gamers 2, у них тоже есть потрясающий снайпер, это Fox, но из-за того, что они просто в одну калитку отдавали карту, ему не попадало в руки это АВП, и действительно не получилось той самой дуэли, которую мы хотели уже вчера обозреть. Но вот сегодня, я думаю, команда Luminosity поддержит своего тащера Фоллана, у него опять-таки был рекорд, напоминаем, именно по параметру убийств смертей. Ну и начинается каточка, ребята! Ох, погнали, погнали. Fnatic Luminosity, полуфинал 14 сезона Star Ladder I-League. На наших с вами экранах Минск Арена. Ну и что же у нас? Пистолеты. Ну вот сразу решают идти у нас бразильцы четко на одну точку, решают контролировать один плент, выходить туда, начинают они за атаку. Мне интересно, вот, ну, готовы ли они к атаке как раз? Ну вот это их пик, они должны тут удивлять, и пока что выход будет просто у нас через апартаменты, и начинается уже тот самый врыв. И первый минус от Олафмейстера, сразу же размен. Моментальный фраги дает команда Luminosity. JV попал по Олафмейстеру. Вот это жара под бэплинтом. Остается связка. Гримс плюс Теннис. Начинается выбивание, но, по-моему, тут без шансов. Такой простой раунд. Luminosity просто вышли в Б. Вот вам пистолетка. Сразу только одна потеря. Luminosity выходят в бэплинт. Убивают абсолютно всю защиту, теряя одного игрока. И это отличнейший старт. И сейчас, мне кажется, бразильцы будут на кураже пытаться дотаскивать. Ну, по крайней мере, следующие два раунда. Ставочка Петрика пока заходит. Первый раунд в рамках пистолетов взяли все-таки бразильцы. Подмечали опять-таки наши аналитики, что очень хороший показатель владения пистолетами у шведов. Но просто не дали шанса в раунде сейчас игроки из Бразилии. И именно они сейчас действительно делают серьезный такой бай на результат. Вот мы навряд ли увидим УЗИшки. Только два фармгана. Очень серьезно относятся бразильцы. Они готовы, ну, не уступать. Понимают, что у оппонентов, скорее всего, форс. Что они будут пытаться переломить ход экономики. И поэтому мы видим вот такой строгий, серьезный закуп. Денис! Отличный open фраг. При этом почему-то игрок был один. Просто из ямы выходил тако, получил по ушам. Ну и, как мы видим, фейк. Хотя, смотрите, нет, удался по факту фейк. И тут у нас мистер Флюша, которого уже окружили со всех сторон. Какой хедшот! Ох, и жесткий этот Флюша. Колдзер забирает уже двоих игроков команды Fnatic. Отличный контроль кухни. Сейчас там на него еще будет плотный экшен. Крим справляется со своим оппонентом. Ситуация 2 в 3 в меньшинстве, как раз бразильцы. Ну что же, бомба стоит. Выбивание в большинстве. Шведы показали, что их форс-бай действительно очень опасный. Не находят в пленте FNX, а тут же есть прикрытие из окна, но... Что-то как-то не пошел размен. Fallen остался один в один. Спрейдаун, это минус! Отличное удержание бомбы от бразильской связки. И это 2-0. Шведы потрепали оппонентов, показали великолепный уровень на форсбае. Но, тем не менее, выходы Б пока что не контрятся. Ну и вот он, повторчик. Замечательная игра в точке. Fair God, но так оно и есть. Мы увидели это на пистолетке. Это отличнейшая игра от Luminosity. От Luminosity они сейчас идут по стопам Na'Vi. То есть нашли слабую точку. Na'Vi ходили зигзаг на карте Dust. Luminosity решили, ну ладно, раз там Флюша что-то как-то не тащит на Б, давайте туда и будем выдвигаться. Open фраг от FNX, а тут, соответственно, full эко от шведской пятерочки. И я думаю, ну да, без арморов тут тягаться будет крайне проблематично. Нас ожидает счет 3-0. Но этот раунд должен будет легко уходить. Он, скорее всего, так и уйдет. Пока что без потерь. Живи последний тоже погибает от рук Фера. Счет 3-0. И вот теперь девайсный раунд от шведов. Тот самый момент, когда все может измениться. Да уж, действительно, начало не очень приятное для шведской пятерки. Они уже проигрывали Мираж на этом турнире. Опять-таки, Luminosity бодренько с бомбами. С очень-очень жестким акцентом под бэплэнд забрали 3-0. Ну и на самом деле много фанатов у Luminosity. То есть, несмотря на огромную дистанцию в плане расстояния от Беларуси, точнее, до Бразилии, поддержка зала, я думаю, даже в этих суперзвукоизоляционных кабинках ощущается. Мне кажется, тут очень много людей, которые болеют за красоту. Вот просто, чтобы были зрелищные моменты. Неважно даже, кто сделает ту самую красоту, но вот просто, чтобы она была. Олафмейстер. Ой-ой-ой-ой-ой! Ужасно его тут давят просто бразильцы. Флюша. Снова один на Б-пунте. Огромные проблемы с базой Б. Какая-то кривая флешка. Плохой тайминг у Олафа. Неужели команда Fnatic сейчас нервничает?
Luminosity давят, но тут приходит Хелпуа. Флюша все еще живет, кстати. Но ненадолго. Все-таки Фер находит своего оппонента, минусует его, и уже в меньшинстве играют шведы Кримс и Дэнни. Снова та самая связка. Возможно, уже нет смысла пытаться ретейк делать и все-таки уйти на сейф. Но ребята пытаются. Пытаются удивить, пытаются переломить уже наконец-то счет. Потихонечку Фер у нас находится на такой позиции, где его могут на самом деле не зачекать. Перекрестный огонь может все зарешать. Деннис вместе... С Кримзом открываются буквально с одной и той же позиции. Это опасно для них, потому что перекрестный огонь должен быть весьма плотный. FNX, а где же тот самый перекрестный огонь, Гомер? Подскажи бразильцам, это жесть. 1-1, Кримз против Фоллена. Бомба стоит. Ну и кто же втащит раунд? Инфы нету, Фоллен просто красавчик. Фоллен все делает абсолютно правильно, его находит. Все-таки Кримз 1-1. А китов-то нету. Диффузов нету. И это будет четвертый раунд для бразильцев. Вот это жесть. 4 раза вышли под базу Б с бомбой. Ну и, соответственно, пауза, кстати, почему-то от Фер. Игрока Luminosity. Оу! Полегче, Минск-арена. Я аж испугался только что, но это было крайне эффектно. Я думаю, вы со мной согласны. А сейчас у нас небольшая пауза, какие-то проблемы технические. Гейбен передает привет. КС вылетел, там было сообщение в чате, но буквально, я думаю, за пару минут все это решится. Замечательный старт карты Мираж для бразильцев. И вот мне всегда нравится, когда команда, на которую все-таки меньше ставок, начинает тащить. Это очень интересно, особенно с учетом, что на правой стороне сцены те самые Fnatic, лучшая команда прошлого года, невероятное количество выигранных мейджор-турниров, замечательная замена в лице Денниса, который, кстати, и вчера, и сегодня в интервью говорил, а мы-то выиграем 2-0. Знаешь ли, не каждый игрок себе позволяет вот просто в интервью говорить, да, сейчас полуфинал 2-0. Ну вот эта самоуверенность, она действительно может дурно повлиять на игру шведов. Мы надеемся, что они покажут себя в лучшей форме, у нас будет действительно серьезная борьба. Пока что Luminosity забрали первый девайсный, и вот теперь только от Эмки и Скаута будут играть Fnatic в этом раунде. Ну, на LAN-финалах мы уже видели, как с одним калашом выигрывались раунды, поэтому тут, конечно, Кримза недооценивать не стоит. Кстати, первый выход по точку А от команды Luminosity, неплохой раскид, но All of Master плюс Деннис, вот эта связочка действительно работает. Есть инфа от Тако, Фэр разменивается. Ну что же, Флюша плюс Кримз. 2-3, бомба все еще не стоит. Уже забирает Флюшу последний Кримз, тот самый клатчмастер, 1-3. Остается бомба, пока что не установлена, но Кримза ищут. Посмотри, коварный Luminosity, понимаешь, что он где-то рядом. Фер смотрит, ищет противника на Дельфане. Ну тут, конечно, вопрос тайминги. Кримз, по идее, одного может убить, но... Только 2 подхода под точку А. То есть, действительно, Колд сейчас закрывает Хелпу, закрывает Зелень. Господи, ой-ой-ой, ну тут без шанс. Фер, красавчик, все правильно сделал и все-таки затащили этот раунд Luminosity. Пока что в сухую громят топ-1 команду. Да, но все-таки это был не совсем девайсный раунд. Стоит отметить, все-таки 2 фрага от шведов. Но бразильцы... Тащат. Вот прям неожиданно бодрое начало. Возможно, будет просто 7-0, а потом камбэк. Мы это видели вчера в матче с участием Na'Vi. Ну а у нас на экранах тем временем наконец-то второй девайсный. Кстати, JV. Вот мы о нем так долго говорили, а у него 0. Ну вот сейчас он как раз купил АВП, у него есть возможность реализовать этот девайс. Fallen также играет с прицелом. Возможно, тут у нас будет какая-то дуэль, но не на первых таймингах. Фер. Вот то, чем я говорил. Лишь бы не было каточки в одну сторону, и мы эту снайперскую дуэль не зацепили, потому что вот сейчас JV может потащить. У него отличная позиция. Мы видим по карте, что происходит. JV собирает очень много информации. Бомба уже под коннектором. Ну и начинается потихонечку выход. А где инфа, ребяточки? JV! Как это произошло? Фер минусует JV. Забирает еще и Денниса. Фер в FNX. Что они делают? Они просто разносят весь аплэнд. Олаф и Флюша в паре на Б-планте. Им придется сейвить. Что произошло? 3 человека прошли коннектор. Выходят на джангл, а там JV боком. Это какой-то мискоммуникейшн, как-то сами себя перемудрили Fnatic, видимо, огромное количество раундов на Б заставляет сейчас шведов как-то вообще не обращая внимания на мидл, на яму. Очень странный раунд. Отпустили одну позицию и за счет этого проиграли раунд. Вовмейстер, контакт, Фаллена забирает 2-го, не хватает стрельбы, Така разменивает. Ну тут просто вопрос, дадут ли засейвить эмку, Флюша тоже погибает, это 6-0. Да уж, полуфинал начинается очень жарко, особенно для правой стороны сцены. Ну что же, ребяточки, давайте поддержим команду Fnatic!
Повтор от Фера, ну тут отличная игра, посмотри, как он жестко их забирает, какие пачки он ставит. Это было откровение, по-моему, сейчас для шведов. Ой, там коннектор прошли. Типа, что произошло-то? 11-2, кстати, там настреливает потихонечку у нас один из бразильских игроков. А вот JV все еще старый добрый рулон гейминг нам показывает. С нулем. Понимаешь, 6 раундов уже взяли за атаку Luminosity. Это уже хороший показатель. И пока что все в сухую. Могут забрать больше. И потом может не хватить раундов Натикам, когда они уже поменяют стороны и начнут атаковать. Просто за счет того, что мало взяли за защиту. Ну, мы видим, что придумали шведы. То есть это дефолтный форс бай. Попытка сделать какой-то стак под точкой. Но бразильцы не ведутся. Бразильцы понимают, что нужно брать, пока дают. Максимум стрик сейчас нужен команде Luminosity. Иначе, как говорится, палец вроде не клади. Фнатик, они могут перевернуть действительно с любого раунда, как отметил уже Степан перед началом этого поединка. То есть 6-0 это еще ни о чем не говорит. Да, на укрепление точки это хорошая идея. Действительно, Фнатик могут сейчас забрать этот раунд. Мы совсем скоро увидим, как развернутся события. 50 секунд на таймере, значит, что скоро будет выход. Атака первый. Ну, у него УЗИшка. Да, у него УЗИшка, он просто побежит, попытается кого-то задавить. Начинается раскидка, отличный выход. Вот так, но снова никто не встречает. И это... Нет, все-таки, смотри, получается. JV наконец-то кого-то убил. Ситуация 2 в 3. Бомба лежит очень неудачно. Надежда только на Фера. У него калаш. АВП не мобильная. За бомбой идти не сможет. Выходит, тем не менее, Холланд первый. Холланд остается 1-2. У него всего-то 4 хп. Такая сложная ситуация. 18 секунд времени, возможно, есть вариант просто уйти засейвить. Денег Натик много, денег аккуратно. Много. В полуфинале сейвить Холланд не будет. Будет тащить. Очень мало времени. Криимс, насколько он близко сейчас находится, Фоллен. Нет возможности фейковать, придется ставить на первом тайминге. Нет, он фейкует и погибает. Первый раунд за командой Fnatic. Наконец-то уходит счет 1-6. Сработало укрепление Бэплента. Вот эти 4 пистолета все-таки удивили бразильцев. И, наконец-то, их выход под эту точку был сломлен. Несмотря на отличный скилл Фоллена, его тиммейты развалились, оставив его самого без бомбы там за 18 секунд тащить раунд. А Фэр 11-3. Замечательная статистика. То есть не Фолланом единым, как говорится, живет команда Luminosity. Ну вот он Джимми принимает яму, правда туда прилетает дым, он ничего сделать уже не сможет, придется отходить на более сейвовую позицию. Лофмейстер вблизи на Б-пленте, какой-то смог, но совсем не попал, но забирает ФНХ-а. Играют 2 ВП шведы, и это может очень дурно повлиять на то, как раньше играли бразильцы. Сейчас у них просто перестанет получаться. 2 снайпера, 2 хороших снайпера сейчас работают за команду Fnatic. Но мы видим попытка какую-то заготовочку показать от Luminosity. Это может сработать. Так, он находит Денниса. Ситуация 4 в 4 у нас на карте. Фьюжа смещается, Колд уже в окне. Ну, понятно, что дальше не пойдет. Отметим, что бомба все еще в респауне и готовится вроде бы как стяжка все-таки в район ямы. Олов! Уже аркадится ВП. Какой дерзкий парень. Пытается найти еще один минус, но не получилось его оформить. Фэр 41 хп, остальные имеют по соточке. Ну, 4 в 4 все еще более-менее играбельно. И бомба таки будет двигаться через яму. Тут есть Кримс, который должен принимать. Но на него просто сейчас может прилететь какой-нибудь дым молотов. И это все решит. Пока что только на сэндвич прилетает молотов. Ни одного смока у Luminosity. У них 3 флешки на выход. Будет очень тяжело сейчас закрепиться под точкой. Тем не менее, Фэр уже в коннекторе. Ну и стрельба, как всегда, решит. Хотя Fnatic, ой, как хитро, они, по-моему, догадались. Как коварно не поступают. Они отпускают целиком аплен для того, чтобы просто сделать план капкан. Все 4 шведа уже близко, и скоро начнется ретейк 4 в 4. Очень хорошие позиции могут реализовать, и, возможно, у нас будет ретейк. Флюша. Ну вот Cold Zero действительно в окно Флюшу не выпустит. То есть остается принять КТ по факту сейчас бразильцам. Лофмейстер первый, 2 АВП на выбивание. Это будет очень тяжело для бразильцев. Фоллен! Промахивается, первый минус не получается, Крим забирает его, следом отлетает еще и Cold Zero. Фэр почему-то не ориентируется и не забирает его в мейстер. Атака последний, но тут бомба под шорт, его прикрывают. Кримса, и скорее всего, да, это второй раунд в пользу шведского коллектива. Ну так, он пытался, бомба пищит, но все-таки JV делает дефьюз. Еще одно табло становится 6-6.
два выбили, несмотря на два ВП, несмотря на то, что трое выходили с КТ, все-таки Fnatic собрали волю в кулак и начинают потихонечку догонять своих оппонентов. Ну, растерялись бразильцы, это было видно в их действиях. Кто-то не совсем сориентировался. Вольфмейстер второй минус сделал просто на халяву фолана, зажали на троне. И это, конечно, очень помогает. Это помогает делать хорошие ретейки в Фнатике. Сейчас, мне кажется, уверенностью больше взяли даже, чем стрельбой. Но вот он, пока что деньги есть на закуп, правда, уже без АВП. Фолан играет с Галивом. Да, бомба была, поэтому бразильцы еще живут. Стоит отметить очень агрессивного Олафмейстра. Наверное, это какой-то супер-сюрприз для бразильцев. Выход у нас тем временем очень быстрый. Без дыма на КТ залетел Фэр и сделал минус JV. Ну какой тайминг только что, плохой поймали шведы, и сейчас все отлично, бразильцев забирают еще и Олафмейстера, JV, Кримс и Флюша остались втроем. Сейчас JV должны принимать Колдзера, отличный минус, ну и теперь Флюша, Кримс вдвоем. Ну тут без шансов, тут все, разрыв кабинетов шведских происходит, Кримс Ласт остается против пятерых, надо убегать, но ему это никто сделать не позволит. Это отличный прием от Колдзера, 5 в 0, ни одного игрока не потеряла бразильская пятерка. Ну и стоит отметить, действительно очень самоуверенный врыв Фер. Он вышел в тень, вышел под этот балкон, сделал open frag. JV даже, наверное, инфу не услышал, что уже на самом деле игроки под базой А. Вот тот самый глубокий деф шведов, да, они вот А принимают очень закрыто. Один игрок на дельпа, не один, где-то мансуют между джанглом, коннектором, и вот только Денис в упоре. Как раз это бразильцы и поняли. Они реализовали эту брешь в защите Апланта и сделали это отлично. И вот теперь снова экономически у шведов. И это, скорее всего, выигранная первая половина от бразильцев. Ну, у Флюши патронов не хватит всех убить. И вот, тем не менее, как мы видим, ай, закрыли флешкой. Супер надежная игра от Luminosity. Ну и тут сейвить, конечно, нечего. Фнатикам сейчас стоит обсудить дальнейшие действия, потому что первую половину в любом случае выигрывают бразильцы, зарабатывая сейчас восьмой раунд. Ну и вот он, мираж. Его сейчас шведы действительно могут проиграть. И даже если возьмут кэш, последняя карта Инферно. Там тоже все может перевернуться и не раз. Мы знаем, как эффективно играют Фнатики на этой карте. Но и бразильцы не лыком шиты. Посмотрим, да, как оно все произойдет. Возможно, в 2016 году нас ждут серьезные изменения в списке топ-команд. По крайней мере, на начало года уже очень-очень интересные результаты показывают коллективы. Хороший спрей от Фэра. Восьмой раунд в копилке команды Luminosity. И они сейчас настроены очень-очень солидно все-таки сделать счет 1-0 по картам. По крайней мере, первая половина об этом говорит, но тот самый фактор LAN-финала, та самая знаменитая шведская мораль сейчас, я думаю, все-таки не упала. 8-2, ну подумаешь, там пару пистолетных раундов, девайсный, и все может измениться. Ну вот сейчас действительно бразильцы так поправили корону шведам, сказали, да, ребят, 2-0, как скажете, но мы тащить собираемся. Мы хотим выйти на финал и играть против победителя матча Envious Na'Vi. Денис уходит под коннектор. Тут же очень плотная подготовка выхода в точку А. Сейчас у бразильской команды бомба уже стоит на КТ ни одного человека. Вот Fnatic, задумка с агрессивным медлом сейчас не работает. JV. Ну, хоть... они просто заперли всех шведов, и тем сейчас ретейк 5 в 5 предстоит сделать. И не факт, что получится, потому что очень хорошие позиции у бразильцев. Так, ну... Они собрали инфу по КТ, теперь вообще абсолютно вся бразильская команда ждет этот выход. Тем не менее, хороший минус дает JV. Бомба, правда, пищит, китов нет. Fair Sandwich. Ну, тут, по-моему, все понятно. Кримс погибает. И девятый раунд в копилке команды Luminosity. Какой разгром на карте Мираж. Ну, я просто передаю сейчас привет Петрику. Вот, честно говоря, человек говорил 2-0, и мне кажется, этого не будет. Сейчас бразильцы показывают, как они классно играют эту карту. И готовы ее забирать. Мы помним вчера 11-4. В матче с Na'Vi мы помним, что все может измениться в любой момент. Кубок CSGO у нас на экранах. Минская арена. Отличный зал. Замечательный, замечательная атмосфера. Снова, кстати, фаст-выход. Тем временем фулл эко. Ну, тут на ноге особо комментировать нечего. Открылись по респауну, задавили базу А. Хаешка под ноги JV. Ну и тут уже остался последний, да, и ничего сделать не сможет, даже калаш не дадут пикнуть, и это уже десятка. Пятикратное преимущество от бразильцев. Да, уж букмекерские конторы сейчас горят, скины действительно очень серьезно под угрозой большинства тех, кто поставил все-таки на шведов. У нас на экранах статистика 11-6, 18-4, 12-5.
топ-3 команды Luminosity, они выходят и перестреливают. Вот много говорили про работу Фоллена как снайпера, что если он не включится, то будут проблемы, но их нету, счет 5-5. КД 1, и этого достаточно, потому что капитан работает отлично, и его тиммейты подстраховывают с точки зрения стрельбы на все 100%. Да, тут как бы калаши делают всю работу, Фоллен где-то кого-то просто закрывает, как мы видим, контролирует одну позицию, и этого вполне достаточно для комфортной игры. Команда Luminosity, наконец-то опенфраг для Fnatic, JV покарал Тако, Вэр открывается из ямы, какая сочная пачка! FNX контролит выход из джангла, там все еще есть один игрок команды, Fnatic, и как-то не смог забрать только что Олафмейстер своего оппонента, хотя минус казался был верняковый, Кримза отлетает, следом за ним Олафмейстер, Флюша последний, что происходит сейчас, друзья, я не понимаю, но это действительно проблемы у шведского коллектива. Не ощущаю сейчас вообще оборону соперника Luminosity. Это будет 11 раунд в атаке. Ну и, по-моему, шведам есть над чем призадуматься. Стоит отметить, что они не ставят паузу. Причем, ой-ой-ой, там уже все, пацаны, заряжены. Вот это работа, да, тренера? Ну, очень здорово сейчас себя показывают ребята из Бразилии. Это вызывает полный восторг. 11-2. Это просто разгром на первой карте. Мне кажется, такого здесь никто не ожидал сейчас. И это здорово. Вот когда что-то происходит неожиданно, это всегда очень круто. Повтор от Фера. Да, Фер сейчас очень много работы делает для команды Luminosity. Вот это бам такой, хорошо. Привет, Скрим. Как там 150 тысяч, за которые тебя купили? Мы тут в Бразилии тоже умеем по пульке из калаша ставить. 11-2. Там что, пауза? Я, может быть, проморгал все-таки, я сказал. И, пацаны, точняк, у нас же пауза есть, ребят. Ну надо, действительно, сейчас команде Fnatic нужна пауза, нужен тимток, надо обсудить изменения в обороне. Два раунда — это провал, действительно провал. Успеют ли они вообще что-то поменять? Тут осталось-то всего ничего. В первой половине нужен хотя бы третий раунд шведам, потому что с двумя камбэчить нереально. То есть одна ошибка — все, проиграли пистолетку. Нужен и третий, нужен и четвертый. Сейчас абсолютно остаток раундов надо собирать шведам. Смогут они сделать это или нет, непонятно. Сейчас на ваших экранах разворачивается судьба. Карты Мираж, смотрим. Деннис на последнем месте, но это карма. 4-12 у Денниса, парень, который два дня говорил, мы в полуфинале выиграем 2-0, сейчас думает, как бы поярче выступить в атаке. Ну, решили страту под названием «Рабочая» показать Luminosity, просто врыв, а тут у нас Макс 7-й! Минус 2 смага, отличная работа, размен поступил очень поздно, но все-таки БПМ скрывают. Уже шведы бегут на ретейк, Cold Zero, ну, пытается как-то еще найти своих оппонентов. GV имеет всего 17 хп, Денни взрывается, не делает этот важный минус. И, по-моему, третий раунд шведам взять будет очень сложно, хотя Кримс минусует ФНХа. Ой-ой-ой-ой, под флешечку JV сейчас может сделать дело, но Фола не выпускает на бенч. Так жестко, 1-1, Кримс против битого Колдзера, и все-таки собирают этот раунд Фнатики. Ну, наконец-то шведы смогли встретить этот выход под базу Б, стоит отметить Олафмейстера. Ему давали АВП, ему давали маг, и этот парень знает, вот он, просто красавчик. Встретил двоих, тем не менее, Luminosity разменялись, вышли, поставили. Ну и вот буквально в ситуации 1-1 уже швед подарил тиммейтам третий раунд. Ну на волоске все только что происходило. И вот теперь последний раунд первой половины у нас на повестке дня. Счет у нас, напомню, 11-3. Да, пауза все-таки пошла в пользу шведской команды. Бразильцы, видимо, решили дальше давить. То есть пока получается, будем фастовать. Ну и на самом деле шансы были весьма и весьма хорошие у них на этот раунд. Буквально не хватило чуть-чуточку. Флюша, посмотри на закуп Luminosity, что они делают? 4 по 90, 1 АВП. И пока что реализовать вообще не получается. Флюша! Флюша делает сейчас ветер под Б.точкой. Трипл килл, при этом у него в руках еще скаут. Приходит хилпа, последний выживший, Cold Zero. Но один в поле не воин. Это будет 11-4. Вот так вот последний момент. Фнатики набирают, ну, хоть какие-то раунды, которые им так нужны на вторую половину. Счет 11-4. Ну, об этом даже было трудно подумать до паузы. Отличная стрельба от Флюши. И закуп. Что сделали бразильцы? Я не понимаю. 4 по 90. Об этом нам расскажет студия аналитики. Я уверен, ребята отметят этот момент, потому что действительно деньги были, но, возможно, это какая-то изюминка бразильского КСа. Еще раз зааркадить без P90. Ну, я думаю, они ждали стака от Fnatic и на малой дистанции хотели реализовать именно по 90. Ну не получилось сделать огонь на подавление, которое они так планировали чат. Опа, есть поддержка. Есть! Бразильский фан-сектор в зале Минской арены. Замечательно.
все-таки, я думаю, приятно прилететь за тысячу километров и увидеть своих фанатов вживую. Ну что же, вторая пистолетка, карта «Мираж», полуфинал 14 сезона SLTV. Шведы рассчитывают играть на контакт. Посмотрите на этот закуп. Ну, абсолютно жесткая. FNX первый минус. Плюша, размен по феру. Деннис забирает FNX. В большинстве играют шведы. И сейчас будут пытаться выходить под аплен. Уже перетягивается игрок команды защиты. Это атака, стрельба. Пока что ничего не происходит. Ой-ой-ой-ой-ой. JV там. Super Mario Brothers нам показывает и уходит от стрельбы соперника. Полон хорошо. Получил там кто-то в ухо. 3 хп, Cold Zero, нормально. Так, на перекрестном огне забирает Живи, потом размен моментальный, все-таки шведы забирают. Кримс, последний минус, счет 11-5. Возвращаются Фнатики на карту Мираж. Да уж, счет 11-4 какой-то у нас очень-очень любопытный по ходу этих лан-финалов. Напоминаю, вчера именно с этой статистики Нави выиграли третью решающую карту у датчан. Я думаю, Luminosity смотрели этот эфир и прекрасно понимают, что точка, по крайней мере, здесь еще не поставлена. Фон 6-3-8. Но за защиту АВП заиграть должно. Есть возможность его реализации. Посмотрим. Пока что только муха у него в руках. Но, возможно, попозже мы увидим тот самый снайперский девайс. Да, уж 4 ЦЗшки от команды Luminosity. И мы помним, что, кстати, шведы на этом форс-бай, проиграв пистолетку, практически перевернули. Бразильцы. Отличный чек. Так он собрал море информации. Увидел бомбу, даже убил Денниса. Еще и Кримзо оставил всего 20 хп. Это, конечно, работа максимум, которую мог сделать Така. Проблема в том, что больше бразильцев на планте нет. Только сейчас притягивается Хелпай 4 в 4. Попытка ретейка, конечно, будет. Давайте посмотрим, что из этого получится. JV в упоре показывает, что у него тут маг 10, All of Master срезает шорт. Ну и, в принципе, наверное, да, арморчики лучше приберечь до лучших времен. Да, и скаут Fallen, я думаю, в следующем раунде пригодится. Попытка будет острела под Б-домом. Это фер, вот он тут. Кстати, может убить там буквально 6% здоровья у шведа. Но он должен делать этот минус. Итак, фер забирает себе калашик. All of Master находит Fallen'а. Вот очень странно, зачем шел Кримс. Не было игрока на размене, не было флешки, и можно было уйти не через Б-дом. Просто подарил калаш сейчас бразильцам, говорит, ребята, воу! А вчера мы видели тот самый подарок калаша, друзья. Вот вчера девайсу несколько раз дарили калаш, и он его реализовал на все 100%. Теперь будем видеть, как реализует этот девайс бразильцы. Гомер, это вторая бомба у нас за 16 раундов. Судя по всему, судя, да, друзья. Судя по моему испугу, второй раз, действительно. Да, два взрыва, два дефьюза. Вот так вот. Все играет на контакт. Смотрим. Закуп до 2000 у команды Luminosity. Есть один калаш, две ЦЗшки. JV очень наглая игра, но, по-моему, он что-то знает про этот КС. Ну, Мотов кинул вниз, Фауна может не ждать. Итак, посмотрим, что сейчас будет. FNX также принимает хорошие позиции, но в него влетает ювелирная хаешка. JV забирает размен, поступил поздно. Полон все-таки находит Джаспера Вексова. Коузера минусует Денниса. И так-то в большинстве бразильцы. Но что по стрельбе пока что не складывается. Олов. Не убили друг друга сейчас игроки у нас на экранах. Но в любом случае начинает работать калаш. И спасибо, Крим сейчас кричит нам фэр, потому что это даблкил. Плюша последний, попытка выйти. Все-таки первый раунд за защиту от Luminosity. 12-6. Была инфа, что игрок в Пелосе. JV убили в ухо, то есть должен был понимать Флюша, что его вполне вероятно убьют в спину, но тем не менее пошел на трон. Опять-таки, буквально одна ошибка, подаренный калаш и очень серьезные проблемы у Фнатик. А ведь шансы были. Шансы были у шведов. Два игрока из трех были рейлинами. Там всего по 20 хп. На два выстрела, на один выстрел. Ну как повезет. И вот так оно все происходит. Непонятно. 12-6. Пока что деньги еще у Фнатик есть. Но это закуп уже такой. На последний, что называется. Ну тут уже двойной разрыв по раундам. Шведам нужно ломать хоть как-то игру Luminosity. Нужен действительно парень, который зайдет в точку, сделает два фрага и скажет: ребята, эй, клер, или там би клер, и бомбу нужно ставить. Давайте посмотрим. Интересная позиция FNX, у него два игрока на хелпе, Call Zero контролирует мидл, ну и в соло там у нас Тако уже получил дэмэджа, мы видим, под бэплентом. Ну сейчас будет сплит-выход явный. Он
точно 100% виден. Мы его видим на карте и посмотрим, смогут ли его реализовать. Есть Fallen, который принимает СВП, должен делать хотя бы один минус, но тайминг может быть очень для него плохим. Перестроился на коннектор, но забирает Денниса. Это open фраг FNX. Еще и находит FNX! Минус Джейми, минус Кримс. Флюша разменивает, но следом отлетает от рук снайпера бразильца. Фолов последний против четверых оппонентов. Ну и это, судя по всему, 13-й, а там уже Эко. Да уж, захлебнулся выход от шведов. На самом деле, было 4 флешки, был смоук. Можно было попытаться хоть как-то понадежнее сыграть, потому что Деннис чекал откровенно. То есть он был открыт по 3 позициям, и на самом деле из одной из них его убили. После этого уже по инерции Пелес, ну там уже, как говорится, один за другим выходили. Фнатик, вот он. Просто FNX дабл килл, инфа по третьему, больше половины хп снял. Ну и по ходу дела что-то как-то у Фнатик не клеится атака. Вот сейчас ребята делают форс-бай. И если они его проигрывают, то они буквально сразу дарят мап-поинты бразильцам. И что они придумали? Придумали просто вот раунд на ноге. В пятером выходить так, чтобы наверняка задавить мощью. Есть теки, есть ЦЗ и Desert Eagle. Нужен тайминг, иначе все погорят на Молотове. Так она чекал. Вот они, Молотовы, Cold Zero. Тут же шарта видит движуху. Пепси зажимает. Такие хаешки уже все абсолютно шведы битые. Така забирает двоих. Ну это, судя по всему, друзья, мап-поинты. В перспективе Флюша минус 2 сделан. Так его разменивают. Ну и последний JV остается против троих. Его тут должны уже додавить. Да уж, шведский салатик только что мы увидели в Б-доме. Ну и попытались шведы сыграть в Luminosity. Выйти просто всем под Б, но мы видим, насколько четко и организованно, слажено была. Ой-ой-ой, оборона под точкой Б. JV, кстати, дал гейм. Это 3 очка, тачдаун. Ну, Luminosity. Да, парни, сейчас на кураже, парни на плюс морали, и действительно на карте Мираж сложно составить им конкуренцию. Грамотный чек-карт, это наш зал, Минск-арена Куба, который уже завтра заберет лучшая команда по CS GO. Ну и такой же кубок будет у дотеров. И посмотри, шведы, что у них с деньгами, они делают снова форс-бай. Ребята боятся до последнего, не хотят отдавать те самые мап-поинты. Отдавать 15 и потом рассчитывать взять 9 подряд, это, наверное, слишком оптимистичный был бы прогноз. Отметим второе АВП у Cold Zero. И, в принципе, судя по игре, действительно перевернуть будет крайне тяжело. Фнатик, последний шанс мы видим сейчас на экранах. Но тут что-то новое. Шведы решают играть через мидл. Там, кстати, находится и бомб в кэрри. Вот такое вот специфическое решение, которое может быть как-то получится реализовать шведам. Така в упоре, но тут Фер постраховывает минус полуфмейстеру. Это уже open фраг. Римс минус по Феру все-таки делает. Это размен один в один. Все еще неплохо. Напомню, что когда размениваются один в один, то это все-таки в плюс для атаки. Да, еще бы девайсики какие-нибудь нашли шведы. Было бы совсем хорошо. Римс, очень плохой тайминг. Ну, госпожа Фортуна сегодня явно прилетела вместе с бразильцами, потому что у них все хорошо, без шансов. Ну и это мапоин для Luminosity. Вот так вот, друзья, 15-6. Какой разрыв, какой мираж. Это просто невероятно. Да уж, первая карта полуфинала, я думаю, запомнится шведам надолго. Ну и Luminosity. Много замен, очень амбициозные, очень молодые. Просто огонь в глазах. У парней еще нет того самого вкуса победы, которым, наверное, присытились Фнатик. Ну и на кураже сейчас, я думаю, карту мираж не отпустят. Но они уже не могут отпустить. 9 раундов подряд это взять практически нереально. Уже шведы, ну, должны сотворить невероятное чудо. Возможно, у них это, конечно, получится. Увидим, но шансов мало. Очень мало. Отличная хаешка на Фера. Ну, минус 40 хп. Спалились в Пелесе. Это инфа для Luminosity. Фер стоит до последнего. Закуп в Фнатик мы видим на экранах ужасный. 2 ФАМАСа, калаш, 2 пистолета. Фер под смоком меняет позицию. Деннис, наконец-то, первый минус в раунде. Ну и бомба, принципе, в яме. В меньшинстве находятся у нас бразильцы. Фер, отличная позиция, минус по Джейми. Дальше пытается как-то выжить, его должны разменивать. Деннис забирает и Фера. Наконец-то включился этот парень. Фолан все еще с АВП смотрит с Дельпана. Делает первый минус, отличная стрельба сейчас от этого снайпера. И 3 в 3, бомба все еще не стоит, Cold Zero. Ну что, смоком закрылись, есть план. Фолан с КТ простреливает мимо, там же игрок на Тетрисе, очень далеко Тако, но тем не менее, Фолан находит свой фраг, остаются 2 АВП, перекрестном огне и один парень, который обходит из ямы. Серьезные проблемы у Фнатик, есть 9-й текл у Мейстра, Флюша ждет. Ну за контролем, но ничего не получилось сделать, ну бомба все еще пищит, Тако, надо двигаться.
Code Zero и Fallen вдвоем. Два снайпера, это врыв Code Zero делает этот важнейший минус. Флюша последнего разменивает. И это мираж за Luminosity. 16-6, дорогие друзья, бразильцы берут первую карту полуфинала. Браво! Какой полуфинал, какой экшен, это просто жесть. И мне очень интересно сейчас послушать нашу студию аналитики, что они нам расскажут по этой карте. Да уж, тут у нас, я думаю, будет еще что обсудить, о чем поговорить. Огромное количество форс-баев делали Fnatic, пытались изо всех сил, но где-то не везло, где-то не хватало какого-то действительно фактора ошибки со стороны Luminosity. У нас на экранах шведы развернулись спиной, расстроены, безусловно. Вот она, дизмораль. Сейчас вот ребятам стряхнули корону с головы, показали, что нет, вы, может, топ-1, но мы способны бороться. Отличная игра от бразильцев. Мне кажется, ребята сейчас на эмоциональном пике находятся. Бразильцы выходят из своей кабинки. Поддержим Luminosity! Выиграли у топ-1 прошлого года, у команды Fnatic. Действительно, браво. Прямо 16-6, такого счета никто не ожидал. Глядя на игру, вот мне кажется, что совсем скоро список топ-5 поменяется, и наконец-то мы увидим там команду из другого континента. Не только европейские коллективы, а вот Luminosity действительно претендует на звание топ, ну, возможно, пятерки точно. Да, много-много перспективных команд. И действительно, старичкам, возможно, уже пора двигаться. Но опять-таки, первая карта. Команда Fnatic неоднократно показывала, на что она способна. Да, мало тренировались, да, отдыхали на Новый год, но как они собрались по ходу турнира, так они могут сейчас просто не оставить места на карте кэш. Звену Luminosity на экранах кубок. Ну и мы уходим все-таки на аналитику. Я уверен, там ребята приготовили много чего любопытного.